Всем доброе утро. Привет. Алиска, привет. Привет. Николь. Доброе утро. Нашего Кима вчера привезли. Вот он ходит, тут все изучает, бродит. Я напоминаю вам, ребята, что на Бали запрещено привозить животных. Он сначала летел в Джакарту. 5 дней там сидел в специальном таком гостинице для животных. И потом его привезли сюда тихонько к нам на остров. О, смотрите, как я по вам соскучился, мой любимый Николька. Буду лезть к тебе в ноутбук своим хвостом. Видишь, чище ноутбук тебе как? Меньше не вижу. Ты рубишься в Роблокс? Так, Николь пока рубится в Роблокс. Мама купается пока там. Мама, привет! У нас сегодня утром нам готовил повар. Смотрите, какую красоту нам наготовили. Вау! Вот это свежевыжатый сок из Dragon Fruit. Такой есть. Мы заказываем теперь, и нам тут готовит повар. Такие панкейки вкусные наготовили, фрукты. Сок это, кстати, арбуз. Целый арбуз нам выжали. Арбузный фреш. Сейчас мы быстро завтракаем. И сегодня у нас аквапарк. Наконец-то аквапарк. Мы купили камеру специальную для аквапарка. Мы купили специальные купальники. И едем сегодня в аквапарк. Девчонки, кто хочет в аквапарк? Я. Ну, Николь остается дома тогда. Тогда мы в аквапарк едем без нее. Только Алиса и Ева едут. Николька остается дома. Кимулик, ах, ты красивый такой, малыш. Так, мы уже выдвинулись в аквапарк. Это, конечно, вообще сумасшедшее движение на дороге. Я хочу себе 20 детей. О, боже, зачем? Хочу с Амазона купить. Сам детей на Амазоне купи 20 штук? Когда ты хочешь? Когда будет. Ну, может, к тому моменту, когда ты вырастешь, детей будет продавать на Амазоне. Знаю, всякое может быть. Закупка детей. Мне, пожалуйста, в этот раз 5 мальчиков, 6 девочек. Детский магазин станет реально детским. Там будут продаваться дети. Давай! Чика, мы выгрузились. Кстати, здесь рядом с аквапарком есть большая прикольная школа. Мы ее хотим посмотреть. Там есть футбольное поле, бассейн. Погнали. Аквапарк. Представьте, надоело тебе сидеть в школе? Иди в аквапарк. Все, вышел из ворот, зашел в аквапарк. Причем лето, круглый год, можно постоянно купаться. Мы на месте! Так, сейчас будем изучать, что здесь есть. А вот там детская зона, туда мы отправим Еву. Вот здесь офигенно здоровенные горки. Вот эти 4 штуки, и я хочу прокатиться на вот этом. Ух ты, там есть еще и тарзанка, ничего себе. Так, это будет крутой экспириенс. Там есть тарзанка, кто хочет на тарзанке прокатиться, кто будет первым, а? Ну да, там специальный человек, который тебя подталкивает, вдруг ты сама не захочешь. Быстро снимайте меня, я бегу купаться. Давай, Уилл! Вот это эмоции! В первую очередь мы пойдем на вот эту горку четверную. Она самая-самая длинная. И поедем сейчас втроем. И вы это все увидите. Пупсики, вы готовы? Да. Погнали. Вот это здоровая такая бочка. Да, мы тоже на нее сейчас пойдем. О, смотрите, как едут. Бу! Оу. Алиса, ты готова? Нам предстоит 4 этажа подняться наверх. Вот это горище. Прям сильно страшно? Мы тебя сбросим, если что, не переживай. Мы выбираем себе горки. Николь выбирает красную. Ты какую выберешь? По мне тоже страшно, зайка, всем страшно. Блин, вода горячая, ё-моё, я думаю, сейчас наступлю, она холодная, ребята. Вода горячая, Блин, я в шоке. А ну-ка помашите, эй, о-хо-хо, мы тут. Поехали, Вот это было экстремально круто! Это было крутецки! Вообще, я так орал, так... Ты плохое слово сказала? Нет, ты! А, я говорил плохие слова? Это было крутецки! А ну, расскажите, как ваши ощущения? Я еще хочу! Еще? Да! Алиса там! Я не могу, я боюсь! Я еще, парень подошел, ее сзади такой... Шмык! И все, и она... полетела вниз. Мы пошли сейчас кататься на унитаз. Это называется унитаз, потому что он смывает. Бежим! Быстрее! Николь вырывается вперед! Давай, давай, малыш! Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль! Бум!
Мы что, будем купаться в лягушатнике, что ли? Ребят, я, честно говоря, в шоке от того, насколько теплая вода. Я привык, что в аквапарке все равно холодно. Ну, то есть ты катаешься, там везде солнце, но при этом вода холодная. А здесь реально вода горячая, прям как из душа. Здесь, кстати, есть река. Мы на ней тоже покатаемся чуть позже. Будем кататься? Помнишь, мы в Дубае на речке катались? Прикольно было. Бежим, бежим, бежим. Да, вот здесь мы будем выпадать. Поднимаемся, поднимаемся, бежим. Вот так мы будем ездить. Алиса у нас пойдет на эту, на красную горку. А мы с Николь пойдем на вот эту огромную. И мы будем падать вот в этот унитаз. Ой-ой-ой. Вот эта горочка, с которой мы съезжали. Вы посмотрите, какая она длинная. Так, страшно тебе немного? Давай. Раз, два, три. Все, поехала. Давай, пупсик. Вот это, смотрите, какую скорость она развивает. Обалдеть. И вылетать она вот там будет. Давай, пупсик, давай. Как долго она ехала. Обалдеть просто. Теперь очередь Алисы. Ты готова? Алиса. Раз, два, три. Быстро, быстро. Давай, пупсик. Давай, пупсик. Давай, давай. Она остановилась. Давай, давай, крепись. Где же ты? Вон она. Буль. Походу, Алиса затормозилась, потому что она очень мало весит. Пришла моя очередь. Ох, что-то будет сейчас. Поехали. Это было экстремально. О, в конце так заносит, скажи вообще. Меня в конце занесло так, что я чуть не перевернулся. Тарзанка. Ох, сейчас будет интересно. Поехали. Пульт. Короче, Николь идет на самую экстремальную горку сейчас во всем аквапарке. Давай, Николь, ты готова? Моя Пуся. Давай, Пуси. Она сейчас где-то выйдет. Где-то. Давай, Николь, мы ждем тебя. Вот эта скорость была! Обалдеть! Она вылетела просто бум! И лицом. Вы видели, как она вылетела быстро? О, бум, как торпеда, я тоже иду туда. Фу, пожелайте мне удачи. Только посмотрите, как там страшно внутри. Ха-ха! Все, пока-пока! О, как это было страшно, нереально. Прям спиной такой, я такой, когда же это закончится уже? Мы двигаем на реку, ребята. Давай быстрее. Греби, греби, малыш, греби. Река. Сейчас будет нам запрыгивать Ксения. Ксения, ты с кем будешь? С Алисой? Алис, давай перепрыгивай тогда с Ксенией. А мы с Николь тогда плывем. Давай, Алиска, запрыгивай. Давай, малыш, давай, перебирайся. Чик. Ой-ой-ой, ничего себе. Тут у нас водопад нас ждет. Водопад, ребята. Еще один. Девчонки, вон они сзади. Алиса там попой своей бьется об бортики. Давайте, догоняйте. Кто нас догонит, получит мороженое. Убежим мы от них или нет? Мороженое на кону. Кто любит мороженое? Так, Алиса явно хочет мороженка. Я тоже хочу. Так, Николь, если они догонят, ты мороженое не получаешь.
догнали, меня нет. Нас догнали, короче, всем мороженое теперь. Алиса, ты получаешь мороженое? Да. Кого мы догоним, бреем на лысо того. Кого догоним на лысо? Лысая Николь. Давай, давай, давай. Алиска, подгребай, быстрее. Быстрее. Давай, догоняй, Николь. Так, Николь мы догнали. Возвращаемся назад. Новый экстремальный аттракцион. Кто победит, папа или Николь? Я иду, я иду. Я иду, иду. Я не могу здесь сесть. Ты готова? Нет. Так, давай. Кыш. Давай. Нет, честно. Все, Николь завалилась. Бум. Вот это сейчас будет битва титанов, ребята. Кто победит, Николь или Алиса? Кто останется дольше сидеть? 24 часа на этой палке. Раз, два, два, три. Бульк! Алиса булькнула самая первая. Молодец. Бум. Ох, сейчас что-то будет. Вот оно подходит. И... Воу, вот это да. Пришло время покушать, ура! Так, салатики, малатики. Вау, ничего себе, сосисочки какие. Маленькие. Слушай, чипсы, слушай, фри и рыба. Угу, рыба фри и подороже. Так, отлично, рыбка. Мы, короче, сейчас идем за мороженое, футбол играть. Прекрасно. Мороженое, как всегда, у нас будет сейчас супер вкусняшки. Алиса, ты уже определилась, что это будет? Да, 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 да. Что мы выберем? Что? Ну, конечно же, сразу прибежала Ева. И мне мороженое, мне тоже. Я хочу мороженого. Тебе уже сделали. Ох, было круто. Как вам аквапарк, девчонки? Классно. Круто. А представьте, как везет детям, которые здесь учатся в этой школе. Ну, они все сразу с родителями идут сюда. В аквапарк сразу тусить. Ля-ля-ля-ля. Ну, это может по причине того, что пятница сегодня. Я положил вот такой кусок мороженого только что на палочку. Думаю, она его там за пять раз съест. Она его хрясь сразу. Еще? Смотрите, смотрите, как она поедает мороженое. Малыш, будешь мороженое? Чик. Маленький поедатель мороженого. Все, ребят, увидимся с вами в следующем влоге. Наконец-то, пока-пока. Так, подожди, что там нужно? Лайк, ты лайк поставь и подпишись. Подождите, у Николи есть своя речевка. Давай. И всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите комментарии. И всем огромное спасибо за просмотр. Радио Сабинка.